Добрый день, дорогие друзья! Я вновь вас приветствую на своем канале. Всех моих подписчиков, всех тех, кто просто заглянул посмотреть, что же я тут решила вам рассказать или показать. Но я, как и большинство блогеров, я хочу первоначально подвести итог уходящего года, ну и, естественно, потом поздравить. У меня уже вовсю идет Новый год, стреляют со вчерашнего вечера. Не знаю, контролирует это кто или нет, но походу нет. Я, как видите, в своем новом полуверчике. Я его очень полюбила. Он мне нравится. Легкий, теплый. На мне хорошо сидит. Я очень-очень довольна им. Советую вам тоже посмотреть видео на моем канале и связать либо полуверчик, либо платье по моим видео. Ну что, дорогие мои, мы в этом году с вами поработали очень плодотворно. Я когда готовилась к этому видео, заглянула там, где я выставляю, да, и увидела, что я в этом году столько много видео выставила. Даже сама была удивлена. И мы с вами очень плодотворно поработали. Мы вязали с вами платье. И не одно, ведь мы же 3, 4, 5, я даже счет потеряла, сколько мы платья связали. Но 4 я точно помню. Дальше. Мы с вами вязали туники. И связали не одну, и ведь больших размеров мы вязали. Мы вязали пуловеры, скатерти. Какие мы красивые скатерти с вами связали. И получая от вас фото выполненных работ, я делаю для себя выводы, что мои видео востребованы, потому что вы и благодарите меня в социальных сетях, и присылаете фото, и я выставляю по вашим фото видео на своем канале. Это ведь дорогого стоит. Это о чем говорит? О том, что результаты есть, то, что вам нравится, то, что я делаю, а мне это доставляет удовольствие вдвойне. А многие меня обвиняют в неискренности. Это, конечно, ваше право, но только я знаю, как я радуюсь, когда я получаю ваши фото работ, когда вы меня благодарите за то, что я помогла вам связать ту или иную вещь, и так далее, и так далее. Вот. И я надеюсь, что в следующем году мы еще очень много хороших вещей с вами свяжем, каких-то новых новинок. И я хочу низко, вот низко кланяюсь тем, не видно перед камерой, как я кланяюсь тем людям, которые помогли мне, которые помогали безропотно. То есть обратилась я, они не высказывали недовольства, никаких комментариев не писали, они пошли и сделали. И это касается пряжи, и это касается штатива, и так далее, и так далее. Я очень вам благодарна. Вот, говорю же, низко вам кланяюсь. Что еще хочу сказать? Дорогие мои друзья, в прошлом году у меня, по-моему, было 10 тысяч на Новый год. Точно сейчас не буду говорить, сколько, не буду обманывать. Но что-то около этого. Сейчас вы видите сами, сколько подписчиков. И я хочу, чтобы количество моих подписчиков, конечно же, удесятерилось. Пусть будет удесятерилось в следующем году. Говорят, мыслите глобально, хотя бы половина сбудется. Вот я буду мыслить. Вот. Ну и в свою очередь я хочу вам пожелать здоровья. Когда человек здоров, ему хочется творить, ему хочется отдавать тепло окружающим, у него есть энергия, жизненные силы и так далее, и так далее. Когда человек болен, он ничему не рад. Через силу делает, знаю по себе. Вот. Значит, желаю также вам побольше позитива. Ведь слово «позитив» это включает
оно такое смысловое, оно включает в себе и радость, и веселье, и смех, и душевную теплоту, и так далее, и так далее. Можно очень много перечислять эпитетов. Когда человек позитивный, он частичку своей души отдает окружающим, и ему же возвратится сторицей то, что он отдает. Так что, пожалуйста, будьте позитивными людьми. Ну и, конечно, финансовое благополучие. Я вам желаю, чтобы сегодня на вашем столе было столько блюд, чтобы он у вас ломился, чтобы с вами рядом были ваши друзья и близкие. И чтобы в этот вечер, если с вами нет деток, как в моем случае, то либо вы позвоните, либо они, возможно, уже позвонили или позвонят вам. Но я этого вам желаю. Ну и всего-всего самого наилучшего. Для меня этот год, 2017, был очень хорош. Можно сказать, на 4 с плюсом. На пятерку, конечно, нет, но на 4 с плюсом это точно. Поэтому я все хорошее заберу с собой и вас в том числе, дорогие мои подписчики. Конечно, кто не хочет, может не идти со мной, но я заберу тех, которые останутся. Вот. Ну и на этом я хочу закончить свое видео. Еще раз всех поздравляю с наступающим 2018 годом. Ура!